Так, всем привет! С вами я, Дима, и канал Владелец аквариума. Сегодня 7 мая. Ну и, как вы понимаете, это аквариум, который в офисе, кубик. Буду менять воду, все подготовил. Тут вот шланги, ведра. Отключил фильтр, почищу. 2 недели я ничего не делал, просто доливал воду. Вот видите, такая появилась зелень. Не было, и тут начало появляться. Может быть, состав воды из-под крана поменялся. Может быть, то, что температура поменялась, не так прохладно. Или из-за того, что света больше из окна, хотя вот я тут заклеивал, чтоб так свет не попадал. Не знаю. В общем, вот такое состояние аквариума. Вот. Вот такие стеночки. Вот так вот все это выглядит. Сейчас поменяю водичку, почищу. Принес Anubias Petite. Вот он. Посажу его вот там, вот в середине, вместо буцефаландры. Так будет красивее, я так думаю. А там посмотрим. В общем, покажу после подмены воды. Вот такое вот количество креветок было в фильтре. Пришлось их всех в ведро перебрать и потом с ведра вылить в этот сачок. Все. Ну что, сразу после подмены, вот через минуту, выглядит все вот так. Значит, что? Убрал я отсюда эти буцефаландры, Silver Powder. Здесь теперь Anubias Petite посерединке. Зарастет, все будет хорошо. Кто-то из вас скажет, что вот эта вот сетка некрасиво посередине, ее будет видно. Да, будет видно. Через несколько месяцев видно ее не будет. Я думаю. Вот, как-то так. Все, сейчас убираю, вытираю все, добавляю ермолаевские там удобрения. Я уже показывал, какие. И все. Ну вот, спустя 10 минут. Вот так вот выглядит аквариум. Через пару часов водичка станет кристальная. Отлично все будет. Ну вот, по населению. Есть потери. Черная креветка по имени Толик погибла. Также последний Атацинклюс тоже залез в скиммер и его не стало. И, по-моему, одна тетра. Креветок я не считаю. Как-то так, ребята. Всем привет, всем, кого знаю. И всем всего хорошего.